В связи с испытаниями кибуйского поплавка выявились некоторые недостатки, и я их устранил. Вот покажу на примере этого поплавка. В принципе, любой поплавок можно быстро переделать, так называемый ткибуйский, ну как я его назвал. Ну, вот обычный поплавок, 4-граммовый. Сюда навешиваем грузило, ну, в этом случае 3 грамма. Ну, с вершинкой, в принципе, поплавок где-то 5 граммов, 5-граммовый, плюс 3 грамма грузик, получается уже 8, уже в два раза почти тяжелее, уже можно закинуть подальше. Но какая еще тут доработка? Вот эта резинка, через которую проходит шнур, она служит как бы стопором. Довольно хорошо держит. Можно закидывать смело, поплавок не съедет. Еще одна доработочка. Вот здесь в вершинке иголкой нужно прожечь отверстие от центра и наискосок, так чтобы леска выходила прямо с самой вершинки. Но это нужно для того, чтобы леска не путалась. При этом рабочее положение вертикальное. Снизу леска идет на спиннинг или на удочку, ну, на маховую, например, удочку. А сверху леска идет на крючок. Небольшой грузик. Но величина груза такая, чтобы он не опрокидывал поплавок, чтобы он все-таки стоял вертикально. Ну, дальше поводок и крючок. Величина груза зависит от того, насколько устойчив поплавок. Чем хорошо, можно далеко закинуть относительно. Допустим, если маховая удочка 6-метровая, ветер, закинуть легкую наживку тяжело, с легким грузом. Вот такой поплавок позволяет закинуть далеко. Ну и легкий грузик, и можно вообще обойтись без грузика, если ловить с поверхности, например, на муху, хариуса там или форель. Вот. Тогда будет наживка плавать сверху, и поплавок будет реагировать довольно чувствительно. То есть вот рыба дернула, поплавок отклонился от вертикального положения. Это значит, рыба клюет.